Сегодня я решил поиграть в эту игру. Ну, очень такая веселая игра. Мне очень понравилось. Сейчас начну. Ну, в этой игре, если один раз умрешь, то все начинаешь снова. А твоя задача победить их всех. Ну, давай, начнем. Сейчас, подожди. О май гад, там... Ну, давайте начнем. Первым делом надо... Ну, кот тебе в труп лежачий. Вот что-то. Сейчас, подождите, сейчас. Я не выключаю, ну. Потому что там еще одно приложение открыто. Ну все. Я не буду их щадить. А, сейчас лучше отключу Wi-Fi. Ну вот. Старт. Ох. А, сейчас теперь должна прекратиться реклама. Ну. Я вообще не буду их сидеть там. Опа, четвертый. Ха! Но он так круто стал мой. Там мой скин или мой герой. Ну. Оу, нет! Я не хочу. Да. Давай. Опа. Он смог. Он, черт возьми, смог. Ах, надо прийти начинать все снова. Но мы должны победить. Вот так. Вообще не будем их щадить. Ладно, давайте по-быстрому там разберемся. Ох, ну ладно. Хоп. Один удар и все. Ах, не смог. Черт возьми, не смог. Опа. Видели, как я смог? Это называется расчет. Их, какое у нее лицо. Каким она стала. Опа, тут остаются там удары, вот, видите, вот, и вот. А в живот нельзя. Опа. Я сейчас тебя отомщу. Вот. О, нет! Ах, черт возьми. Какой же фейл. Умный по-быстрому. Ладно. Давайте второй раунд. Два. Вот так тебе и надо. Он же в меня попал. Почему там у меня нету... Нет, у него жизни. Ох. Пацан. Он по-разному там кидает. Все-таки не смог. Но я сейчас тебе покажу, отомщу. Надо подождать. Ух! Но я попал же в ее пету. Офигесовая пета. Здесь надо стрелять вот сюда этому. Охо! О, я остался без одного глаза там. Оу. Ну. Сейчас все будет. Да. Осталось так мало.
и мы смогли. Ух, бонус. Ладно, сейчас 1, 2, 3. Вау. Вот тебе так и надо. Но я ничего не увидел. Ну давайте 1, 2, 3. Надо подождать. Давай! Чёрт! Ну чёрт! Возьми! Вот так и надо. По-быстрому там разберусь. Вон там поиграем 20 минут. Даже не знаю сколько. Я сам сказал, но может быть и будет подольше. Ну да. А, это ж больно, пацан. Еху, все-таки еле-еле смог. Ну все. Один. Я там, не знаю. Там показалось. Но я пукнул. Ха. Я что ли умер? Ну как? Вот тебе, вот тебе. Самое главное не... Опа. Не торопиться. Яху! Новая тактика. А что будет, если у меня там закончится патрон? Перезарядка или что? Вот ты, наконец-то добрался до тебя. Надо ему стрелять в голову. Теперь... А. А тут вообще можно добраться до финала? Видите, как я с ним разобрался? Давай. Сейчас мы тебе покажем. Атака с... лёжа. Опа. Сейчас перейдем, он должен в нас, ну или можно вот так. Ну, все. Ну. А-а-а! Надо было стрелять в голову. В голову. Ладно. Сейчас мы должны... Вот тебе пету Ахиллесова. Ахиллесову. Ну, идемте дальше. 2 удара в ногу. Ладно, сейчас. Вот тебе так и надо. О, я тоже упал. А, черт возьми. А, у меня там нету пуль. Ну ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Вот тебе.
Еле-еле остался жив. Уху-ху. Ну почему? Давай. Да! Мы смогли. Хоп. Хоп. Как настоящий комбой. Ого, прости, парень, прости. Я нечаянно. Ух. Куда же ему надо стрелять? Смог. Остался всего лишь один или два. Два. О, три. Я думал, что их семеро. Вот куда тебе надо. Пулю. О, она. Черт! Черт! Да! А как у нас? Я думал, что смог ее убить. А, попал в парня. А надо было вкидь. Ух. Просто одним ударом. И теперь... А, еще не финальный босс. Мне страшно. Но мы должны. Вот там такая тактика, что ли. Потом попадание в ногу, потом я там приседаю и стреляю в голову. Хи-хи-хи. Ну ты ж кидал же в меня ножи. Ох, ох, оу. Я смог. Я, черт возьми, смог. Ну, это было короткое видео, но это было очень крутое видео. Что я там сказал? Но мне эта игра понравилась. Поиграл. Очень крутая игра. Кажется, на этом мы закончим это видео. Если вам это видео было приятным или подняло настроение, тогда подписывайтесь и ставьте лайки. Ну, что сказать, ну на этом конец эпичного хожу.